EA Sports. It's in the game.
Это полный провал. Они уже кандидаты на вылет, хотя сезон еще только начался. Да, рановато давать оценки и посмотрим, что игроки смогут показать по ходу чемпионата. Вот в таком составе хозяева сегодня выйдут на поле. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Денис Суарес. Мангала. Тут может что-то получиться. Есть варианты развития атаки. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Это пас в аут. Даниэль Вас. Матео Ковачич. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Гая! Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Свисток арбитра угловой. Спокойно, четко и вовремя защитник мяч выносит. Яник Карраско. Это может быть опасно. Снимает голкипер мяч с ноги игрока практически. Просто красавец. Просто красавец. Тут добавить больше нечего. Ник Феррейра Карраско. Денис Суарес. Отлично сыграно. Надо решать. Атака остановлена, но кто получит мяч? Гая. Ку-ку. Чужие ворота в другой стороне. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Пока неплохо. Матео Ковачич. Пол команды обыграл. Ничего себе. Мяч летит в сторону ворот. Простил. Откровенно простил сейчас игрок команду соперника. Ну нельзя. Нельзя разбрасываться такими моментами. Уж сколько раз твердили миру. Не забиваешь ты, забивают тебе. Давайте посмотрим. Работает. Конечно, вратарь должен выйти и забрать этот. В мини-футболе такой удар называется каблук. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Посмотрим за этой атакой. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Футбол быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Денис Суарес. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Гая. Это может быть опасная атака. Даниэль Вас. Продолжает владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Потеря. Арбитр назначает штрафной недалеко от ворот. Ну что, прямой удар? Не лег мяч на ногу, выше ворот.
Хорошо, атака развивается, удар нужен. Матео Ковачич. Даниэль Вас. Катает мяч перед чужой штрафной. А сейчас вперед! Гол! Они вышли вперед! Пример подает своим товарищам капитан и забивает вот такой красивый гол. Да, ну не зря у него все-таки повязка на рукаве. Он настоящий лидер и сыграл здесь великолепно. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Крыхове. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Может получиться интересная атака. Удар. Второй вдогоночку. Решайте сами, уважаемые телезрители, что такое вот эти два гола подряд. Простая удача или проявление высшего мастерства. Но факт на табло зафиксирован. Знаешь, я бы сказал, что одни еще не успели отойти от шока, ну а другие просто поймали волну и додавили. Это может быть опасно. Отлично задуман, отлично исполнено. 5 баллов. Удар, опасно. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Атака остановлена, но кто получит мяч? Любимый счет Бориса Алексеевича. Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Это может быть опасно. Даниэль Вас. Матео Ковачич. В защите у них явно непорядок. Нголо Канте. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Точно сопернику в ноги. Неудачно. Эль-Яким Мангала. Матео Ковачич. Перехват мяча и можно начинать атаку в обратную сторону. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Решил пробить. Отличный сейв вратаря. Из этой атаки момент для удара. И он забивает. И еще один мяч влетает в ворота. Разрыв растет. И не скажешь, что это все не по делу. По-моему, голкипер отсутствует просто как класс сегодня. Да, сегодня действительно в воротах пустое место. Как бы грубо это ни звучало. Тут защита справляется с потерей мяча. Слушайте, какая культура паса все-таки у него, а? Пока неплохо. Перехвачен этот пас и довольно своевременно. Крыховяк. Пошли последние полчаса игры. Матео Ковачич. Даниэль Вас. Посмотрим за этой атакой. Отличный удар. Простил, откровенно простил сейчас игрок команду соперника. Но нельзя, нельзя разбрасываться такими моментами. Уж сколько раз твердили миру: не забиваешь ты, забивают тебе. Давайте посмотрим, работает ли сегодня это правило. Мяч летит в сторону ворот. Думаю, ему самому-то не слишком запомнится этот промах. Он, как говорится, имел на него право.
Честно говоря, Константин, не понимаю, что происходит. Вроде бы две равные команды. Тут все очевидно. Будет штрафной. Защитник прекрасно обороняется, не позволяет пройти навес. Матео Ковачич. Денис Суарес. Матео Ковачич. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Удар. Вратарь! Вот это сейв! Угловой будет подавать команда. Эльяким Мангала! Очень высоко, очень неточно. Яник Карраско. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Яник Карраско. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Отличный отбор. Но мяч-то кому достанется? Может получиться интересная атака. Потеря. Надежно играет защитник. Атака прервана. Ну, немного он все-таки был в положении вне игры, согласен. Жегош Крыховяк. Денис Суарес. Отлично сыграно. Надо решать. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Даниэль Вас. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Что-то фанаты хозяйской команды поутихли. Игру соперник контролирует. Да, когда твоя команда уступает по всем статьям, тут явно не до веселья. Удар по воротам. От перекладины в ворота. Гол! Мощнейший удар пришелся в каркас ворот, после чего мяч опустился таки за ленточку. Нельзя сказать, что гол вытекал из логики игры, однако такой эпизод определенно придаст уверенности Голиадору. Четыре безответных мяча забито в этом матче. Денис Суарес. Это может быть опасно. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Даниэль Вас. Здорово перемещаются игроки, чувствуют друг друга, сыгранность отлично. Да, разыгр... Вот это удар! Мяч в воротах, и это гол! Забит еще один гол, и он уже отправлен в ворота в компенсированное время. Ну что ж, еще один гол, команда не останавливается и продолжает играть для зрителей. Да, игра уже сделана, но улучшить разницу забитых и пропущенных мячей никогда не повредит. Финальный свисток арбитра заканчивает матч. Гайя! Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде.
Катает мяч перед чужой штрафной. А сейчас вперед! Гол! Они вышли вперед! Может получиться интересная атака. Удар! Второй вдогоночку. Из этой атаки может... Момент для удара! И он забивает! Удар по воротам. От перекладины в ворота. Гол! Здорово перемещаются игроки. Чувствуют друг друга. Сыгранность отлично. Вот это удар! Мяч в воротах. И это гол!